Вот здесь вот можно взять билет. В принципе, их много. Вот так вот выглядит сам чек. Вот. Но сегодня с утра мы узнавали, 1000 бат стоило за двоих. А вечером пришли, нам сказали 1500. Я говорю, а нам говорили 1000. Он говорит, хорошо, хорошо, сделаем 1000. Вот это место, куда мы поедем. За 1000 бат мы поедем вот сюда. Вот, а также здесь можно и потрогать слонов. Это уже за 1200. И вот такой покататься. Мы решили взять самую недорогую. Когда вы поплывете, перед поплывкой вам дадут такую бутылочку воды, поэтому с собой воду можно не брать. Вот, в принципе, это удобно. Вот и дадут такие еще мешки. Соответственно, переживать по поводу намокших вещей не надо. Или сумочки можно оставить там на месте. Ну, документы с собой взять и вот упаковать их сюда, и все. Это все бесплатно. Мы взяли на 8 утра. И народ уже тоже прибывает, поэтому лучше вообще на утреннее время брать. Вот такие вот каяки нам дали. Можно сидеть вдвоем, можно поодиночке. Если один сидит человек, там второй. А вот сам инструктор общается. Вот, то есть у нас группа из 5 лодок, включая инструктора. 5 каяков. Вот здесь остановка, и здесь мы искупались. Чистейшая, красивая вода. Кстати, мы плывем босиком, обувь все мы там оставили. Поэтому переживать по поводу, какую обувь с собой взять, можно не переживать. Вот хороший вариант, это вот такие вот тапочки, как на ногах. Возможно, они удобные, потому что здесь дно, оно такое каменистое. Если прыгать с мостка, то ногам не очень приятно будет здесь мелко. Время 10:11, вот мы здесь развернулись и возвращаемся назад. Теперь мы едем обратно. Вот такое небольшое путешествие. Один из сложных моментов, где тут очень узко, поэтому надо как-то вылезти. Вот так вот. Вот так. Тут прям совсем узко. Во. Вот так вот. Великие дела. Такие корешочки. Это корни? Угу. Правый табань. Еще правый табань. Thank you.
Вот гид нормальный должен быть таким. Сам гребет. Сзади сфотографирует все. Видео сделает. А девушка просто наслаждается. В общем, в обратную сторону мы доехали до водопада. Вон там мальчик сидит. Водопада самого не видно, но вот водопад. Вон там поднимается. Теперь разворачиваемся и едем в обратную сторону. А время 10:42. То есть вот сколько времени прошло, чтобы обратно повернуть. Ну вот мы приплыли к концу нашего каякинга. Время 10:50. Сами теперь можете посчитать, сколько времени на все ушло. Рыбок тут откармливают. Как зрелище. Маленькое. А, всем дают покормить. Бонусы. Кормите рыбок. Ну-ка, дай-ка мне. Дай-ка. Вот такой вот корм. Шариками. Ага. О, сейчас посмотрим, какой месив будет. Кому звонок нужно? Ага. О, ну-ка, ну-ка. Ловлю рыб с руки. Вот. Сейчас за руку отходит. Ну вот этот причал, с которого мы и отправлялись. А вот домик, где можно посидеть. Лишние вещи можно оставить здесь. А вот и туалет. А тут еще вон петух сидит. Что-то там клюет. Он привязан еще к петуху. А, привязан? Да. А, тут еще даже душевая есть. Тут еще можно еще сполоснуться, если нужно. Но туалет вполне приличный. Вполне. Получается, нам просто сказали, что нельзя переодеться. Оказывается, получается, здесь-то и можно переодеться вот в туалете или в душе. Вот, так что можно с собой сменную одежду взять, чтобы в плавках мокрых потом не ехать. По окончанию на лодке катаний. Не знаю, как у других, но нам вот дают бесплатно ананас еще в качестве презента. То есть вода, ананас дают. Вполне комфортно. Вот просидели мы, не знаю, минут 20, наверное, пока кто-то там покушал. Отдохнули. И вот сейчас 11:38, мы выезжаем.
ехать немножко пыльно. А вон и слоник. Здесь высадили того, кто заплатил за слонов. Там всего-то один слон маленький. Вот второй, на котором где катается. Еще? А, второй? А, вон там катается на втором. Не знаю, насколько это. Окей, yes. 12:05. Все. Все. 12:05, мы приехали. Наш отель. Вот на такой машинке. А вот наш отель. Итого наше путешествие составило 3 часа 37 минут.